Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Cloud Time. Сегодня мы посмотрим игру, которая выйдет в раннем доступе буквально через пару дней. Ой, какой день пару, наверное, дней через 5 примерно выйдет. Но уже не все желающие, только те желающие, которые написали разработчикам, могут в нее поиграть. Мне игра очень удивила по скриншотам, по видео. И я все-таки хотел ее посмотреть. Давайте мы сделаем такое видео, у нас будет первый взгляд. Буквально просто будет взгляд, скажем так. Мы не будем особо заморачиваться там в геймплей игры, то есть, ну, сильно, очень сильно, да, то есть там мы посмотрим, благоразработчики писали сейвы выживания на четырех планетах, уже там уже готовые сейвы, то есть мы сможем посмотреть, что можно будет делать. Очень такой легкий просмотр, ну, если нам с вами понравится, особенно вам понравится, то я буду заморачиваться, уже буду игра на английском, буду уже там смотреть, как что красится, как все, что делается. И тогда, может быть, поиграем. Игра поддерживает мультиплеер, но как-то он странно работает через прямой доступ IP-адреса. То есть, то ли хамачи будет, надо юзать что-то, то ли что-то другое. Но вроде как есть в игре кооперативный режим. Вот. Но вообще игра называется Imperion, галактическое выживание, как вы можете заметить. Такой Imperion, Galactic Survival, бич. Вот, и бич в конце. Так, ну давайте сначала посмотрим, наверное, сейвы. Вот, допустим, вообще всего существует, в общем, 4, тут 3 планеты, насколько я понял. И на каждой планете есть орбиты, то есть можно вылетать с планеты на космос. То есть это смесь, была такая игра, как, по-моему, Космический инженер, или как это называлось, я уже не помню. Помните, там, Medieval Engineers, только там есть Cosmical Engineers. Как-то так, ну я думаю, что вы поняли, о какой я игре конкретно говорю. Так что не буду вспоминать уже ее. В общем, Космический инженер игра, да, что типа такое название. И смесь с пульсаром, что-то такое. Помните, мы пульсар играли, где летает команда, то есть саживаемся на планету. То есть то же самое, только какая-то песочница. Чем такая может даже раз напоминать. Ну, давайте смотреть по очереди. Сначала мы, наверное, посмотрим планеты, давайте тот же Омикрон посмотрим. А потом уже посмотрим орбиту Омикрона, сейчас загрузимся. В этом плане игра, конечно, ну, интересная задумка, просто потрясающая. Вот мы находимся на планете. Кстати, пушки в руки, а то тут мало кто нападет. Ну, как видите, игра чем-то похожа на раз, да? Который был в экспериментальной, когда я сейчас уже, который уже стал не экспериментальный, нормальный. Чем-то похож. Вот наш корабль, мы можем в него сесть в любой момент. Это наш корабль, мы полетели с орбиты. Корабли в игре полностью кастомизируются, вы можете полностью из модулей составлять совершенно любые, зависит от вашей фантазии, на это можно летать. Но это уже сейф, как я говорил, уже готовый. Давайте сядем внутрь. Нам нужно включить энергию. И взлетаем. Но это корабль такой, который, по-моему, не взлетает, а максимум над планетой кружит. Что-то типа такого. Давайте попробуем немножечко подлететь. Какой-нибудь собьем по дороге. Сверху, по-моему, на кого-то опустился. Вот. Ну, видите, очень навороченная. Поэтому я просто... Ой, там какой-то гигантский корабль, смотрите, стоит. Видимо, разбился или что-то там вроде. Гигантский кассажирный планет, вы можете полностью по всей планете летать. Он не стреляет. А, это дрон стреляет по мне, подожди, там дрон, на нас напал дрон, охраняет корабль. Так, я резко выбегу. Давай, выходи быстрее. Ты дрон стрелял во мне. Чтоб тебя. Я патронов уже нету, ну-ка. Ух ты. Да чтоб ты сдох, тварь! Патроны! Перезаряжайся. Уу, я сбил дрон! Блин, тут еще один. Хер тебе. Я выживу. Ух ты, он кусается. Этот дрон изучает какой-то разбившийся корабль. Херальня вылезет. Непонятно. Все, разобрались. Кстати, дроны можно подбирать. Там очень много вкусного внутри. Смотри, я вам сейчас покажу. А нет, тут только патроны, когда опять стреляет. Сколько у вас этих дронов тут бегает? Что-то я не понял. Чем херили, что ли? Давайте посмотрим. Разные прикольные солдатики какие-то бегают. Смотрите, он какой-то... Блядский дядя, ну что ж, одни дроны, это... Игре очень красивое освещение, кстати. Ну как, лучи освещения, кстати, говнянское, они красивые. Так.
Все это, блин, здесь все дроны задолбали уже. Могу я обратно в кабину залезть? Или уже никак? А у меня, подождите, у меня джетпак есть, насколько я знаю сейчас. Подлетим. Не получилось. Опа. Так, поехали, приземлимся, может, хотя бы. Так, это цешечка, наверное, да? Ага, ну я просто энергию отключу нафиг, пускай он падает. Так проще. У нашего тут... наши вот это вот... летательные штуки, я не знаю, как ее позвать. Можно даже есть какой-то конструктор, смотрите. Construction, конструктор. То есть можно что-то создавать прямо в инвентаре. Не будем пока это разбираться, я уже говорил, что мы пока смотрим по саму игру, графику, оптимизацию, что игра способ вообще, в принципе, представляет. Ну, то есть, видите, корабль полностью сделан из кубиков, он полностью кастомизирован. По сути, можно какой-нибудь тай прибить, кстати. Но спрейт ресурсы можно подходить, просто набирать любую качку Т. Ну, то есть на Т, в принципе, это клавиша активности. Вот, то есть клавиша действия. Трон я уже показывал, можно взять патроны. У меня есть патроны какие-то есть. У меня даже большой есть патроны, кстати. Ой, это пистолет. А, еще прикольная штука. А, да, вот она, штука, которую можно копать. Я сейчас покажу. Ёпта, как я вылезу теперь? А, у меня джетпак, фух. Чуть-чуть не лоханулся. Так, где мой дробаш? Вот я хочу дробаш перезарядить. Он перезарядится? О, перезарядился, отлично. Игра подключит, немножко звуки такие, да, не в тем попадается. Но ничего страшного. Давайте сходим внутрь корабля, посмотрим. Мне кажется, там можно попасть. Какой-то, знаете, на что похож на корабль? Но, честно говоря, очень сильно похож на Battlestar. Кто смотрел сериал Battlestar Galactica, я думаю, такие у нас есть люди на моем канале. Вот очень-очень на него похож, на корабль, на котором летали, помните? Херася, чупакабра, блин! Эй, чупакабрас! Ты там не охерел случайно? О, вау-вау, лангольеры какие-то, смотри. Круто. Я ж пошутил. Чувак. Все, ну там стой. Видите, по кораблю можно лазить. Причем, я так понимаю, здесь какие-то есть инвентарь, да? Да, смотрите, очень куча всего. Причем игра, вот мне нравится, что уже много всего есть. Много крафта, много предметов. То есть, знаете, сейчас выходят survival игры, где очень мало предметов. Это реально очень не круто. Здесь написано подсказка, что построить базу, нажмите Base Crafter. Вам или что-то нужно было? А, какой-то Base Crafter. То есть в игре можно строить базу, в игре можно строить гигантские корабли. На этом все можно летать, база полностью управляется. Я не знаю, но это, по-моему, очень круто. Я не знаю, как вы, ребят. Вот еще один какой-то контейнер. Тоже куча всего. Давайте аптечку возьмем, на всякий случай. У меня их так 4 штуки. В игре есть стамина, воздух есть. У меня есть воздух? Я сейчас не сдохну, у меня там баллон вообще есть. Антибиотики, антидоты, антидоты, баллоны. Как его использовать? Так. На себя, может, как-то? 200 кислорода валяется. А если я поставлю слот? Ну, не знаю, может, как-то засунуть корабль? От корабля все дело качается. Хер его знает, ребята, хер его знает. Пока, как я и говорил... мы будем с вами пока посмотреть саму игру, ее возможности. Видите, какой корабль крутой, можно вообще прям тусить там. Сейчас джетпак зарядится. Хотя тем временем стемнело, то есть в игре еще смена дня и ночи есть, то есть вообще круто. А можно корабль разбирать сейчас? Так, у нее есть два режима. Так, вот эту штуку мы тоже сможем. Одинаковый режим на той клавиш, так что. Ничего страшного. То есть гигантский корабль разбился, и вы не можете лазить. То есть, ну, как я вам показал, я просто недопоказал, да? То есть планета просто гигантская, смотрите. То есть не то, что гигантская, вы просто можете лазить по всей планете. Гравитация, тип планеты. В игре в раннем доступе будут пока 3 планеты в каждую, и плюс космос. Это очень круто, я считаю. Так. Закрывайся, скотин, спасибо. Неплохая, в принципе, оптимизация. У меня все на максималке, все, что в игре можно, Full HD, естественно, монитор. А, в принципе, все неплохо. Только мне вот звуки нахер не нравятся. Че там вякаешь?
По-моему, он сдох, да? Ути-пути маленький. Мяско есть. Можно пожарить, наверное. Наверняка можно пожарить. Давайте посмотрим, как... Нет, я не хочу топать убиться. Мне что-то сыкотно. Ну, в принципе, тут мы посмотрели. Давайте посмотрим другие режимы. Другие планеты, не режимы, а по сейвам. То есть как это работает. Сейчас у меня еще есть пара сейвов. Давайте посмотрим эту же планету, только с орбиты. То есть мы будем на орбите. Мы ни хера не будем на орбите. Потому что она не загрузилась. Подождите, а почему не на орбите? А, вот и не то. Поменялись вместо сейва местами. То есть мы последний сейв играли, поэтому вверх стало. Сейчас посмотрим. Может стоить свои опытные базы, которые будут стоять на них пушки, они будут защищать вас от животных различных, там. Вот, мы сейчас находимся в орбите, в открытом космосе, вот наш корабль. Тоже какой-то гигантский корабль стоит. Он рабочий, кстати. Так, давайте внутрь с нашего залетим. И попробуем в него залететь. Есть шлюзы. Там, по-моему, стыковочный шлюз есть. Ой, какой ты шустрый. Матис, фатис, пересфатис. Вот наш шлюз, если не ошибаюсь, можно потом будет выйти. И что это такое у нас? Шлюз? Или шлюх? Что-то не похоже. Ну тут уже 20 кадров в секунду, тут уже не так все оптимизировано. Так, я где-то видел с правой стороны, можно зайти в шлюз. Вот он. Нет, был выше, наверное. Ну вот и планета раз, планета, которую мы видели. Это планета, но мы еще не на ее орбите находимся, я не помню, как называется планета. Два планета. И должна быть третья планета поближе где-то. Вот она. Нет, это астероид. Так, ну вот эта часть игры мне лично напоминает очень сильно космических инженеров. Как их называют? Хер, уже вспомню, чувствую я. Я где-то видел шлюз. Давайте попробуем все-таки найти. Видите, какой пушек на корабле. Причем корабль полностью построен с нуля. То есть это не корабль какой-то там, бот и тому подобное. Это когда разработчики тестировали игру, построили какой корабль. Дали сейвы погонять, посмотреть, что они вообще... Возможности игры, которые мы сейчас с вами и смотрим. Слушайте, это, по-моему, низ какой-то, да? Там мой корабль. Я, значит, не в ту сторону перевернулся. Вот на орбите вот этой планеты, по-моему, белой находимся, если сейчас не ошибаюсь. Где-то точно был шлюз, но я уже... Вот это вверх корабля точно, да. Шлюз был сбоку. Сейчас посмотрим сдалека. Видите, двигатель стоит каждый, вот этот, по-моему, движки корабля. Вот он шлюз, я нашел. Я только не верю, что нас там пустят, конечно. Но мне кажется, это мой корабль. Сейчас попробуем. Епическая херь. Я в корабле. Гравитация здесь не работает, что ли? Гравитацию пропили? Я хочу гравитацию, врубиться гравитацию. Блять, очень сложно. Смотрите, кислородный бак есть даже. Можно нажать на него. Вот куда ставить эти баллы. Эти вот у меня уж 543 штуки скрафченных маленьких баков. Большой бак вставляется и может... Очень много ресурсов дается. То есть, в принципе, на этих сейвах можно неплохо веселиться. Уже все готово. Но можно снова начать. Я тоже обязательно покажу там видео. Ну, в общем, мы космос видели. Давайте посмотрим другие планеты. Там другие различные животные прикольные тоже существуют. Ну, например, Нигус планета. Тоже такие интересные вещи. Ну вот, например, вам и тварюга. Ну что, убьем ее? Ну, они какие-то мирные тут все. Пока в них не стрельнешь, они мирные. До этого они такие. А вот, да, смотрите, дрон разбившийся. По-моему, у этого дрона я смотрел. Есть дофига припасы, да, видите, очень много. Ну, то есть, а что-то у нас? Трубы, мотор дрона, металлические компоненты, компьютер дрона, какой-то капсикатор девайс, какое-то устройство, да, реактор, патроны и патрон. То есть он стреляет этим, по нам стрелял, сказать. Ну. Наверное, видимо, когда-то стрелял. Ну, насколько я понимаю, есть какие-то развалины. Давайте посмотрим карту, эту карту. Да, мы просто летаем и по всей планете. Давайте пролетим немножечко, посмотрим, что можем найти там по планете. Включаем движок. Разворачиваемся. На мышке-то приходится разворачиваться, не очень удобно, я считаю, но... Норм. Повыше поедем. Вид от третьего лица, конечно же, в игре есть.
Я, кстати, игрок открыл какую-то шахту добычи магнезии. То есть можно еще какие-то шахты будет ставить. Господи, игра просто навороченная по самые яйца. Причем никаких подзагрузок и прямо летать в космос. Так или иначе. Ну, насколько я знаю, вот это вот, то, что мы сейчас на чем мы летаем, оно не может в космос полететь. Это у нас такая местная. Вот видите, мы открылись все. Вот здесь можно добывать. Магнезию можно добывать, смотрите, офигеть. Так, ну куда же полететь, я не знаю. Давайте вперед пролетим, посмотрим. В общем, никаких подзагрузок, может это на орбиту с орбит, но это нет корабль, который на орбит летает, это маленький. Типа скутера здесь местного. Поэтому на орбиту не полетит. Но есть и такие, которые на орбиту летают. Я вам покажу. Это мы чуть позже загрузимся. Я вам покажу. Смотрите, планета сверху видна. Классно. Ну, это луна, видимо, этой планеты, я так подозреваю. Я вижу, что справа какое-то. Какое-то сооружение. Очень интересно посмотреть. В общем, видите, игра много надо разбираться. Здесь еще какие-то... Вот, например, P, контрол панель. Смотрите, какая, сколько тут всего. А потом это инвентарь. Потом, по-моему, на ложку что-то есть еще где-то. Или на K, или на L. В общем, тут очень много различных и крафта, и управления своими системами. И система постройки кораблей тут. Просто можно реально с ума сойти, сколько тут много всего сделано. Мы наверх сейчас заедем. А, вот я же говорю, что я видел. База хранения дронами. Мы их встретить можем? Нет. Наш корабль не стреляет, к сожалению. Очередное место рождения обнаружили. А, там уже шахта стоит. Слушайте, а может это наши дроны? Сейчас узнаем. Когда палить начнут. Ёпта, точно не наши дроны. Так. Фуф. Отвалите. Ой, там еще и башня стреляет. Там еще все стреляют. Сейчас остановимся. Я выбегу из дрона. Бежали. На тебя, прям в упой, у меня патронов нет. Все, спасли. Так, я вижу, где-то были входы, входы поищем. Вот, а? Это не вход, ребята, это не вход. Вот он вход. Так, что это такое? Что это? Это пушки! Это защитные пушки этого сооружения. Пошло все в жопу, я свой. О, вот и все. Вкусняшка здесь самое главное. Реактор, во-первых, лежит. Маленький реактор написан. Ёперный театр. Хили там, что ли? Инвентарь с кучей фигни всякой. То есть вы... Все, представляете, насколько это... Кстати, где мы резнемся? Подождите. А я уже вышел, черт. Ладно, давайте посмотрим последнюю планету. Там она такая адская планета. У нее лава. И очень прикольно смотрится. И тут есть некоторые прикольные пушки в этом сейве. Тоже какие-то твари гигантские бегают, я сколько помню. Вон наш корабль. Там, паукам. Так, сейчас она меня убьет. К черте. Тут. Я пошутил, все. Смотрите, какая страшная тварь. Патронов-то нету, мать вашу. Фух. Пошло оно все в жопу, я пошел на свой корабль. Какого хера? Посмотрите, корабль по-другому построен. Ну, те же двигатели, все тоже используется, та же кабина, но... Ой, он вообще по-другому смотрится. О, я, по-моему, могу взлетать на орбиту. Да, этот корабль позволяет взлетать на орбиту, так что можно будет полетать по этой планете нормально. Или нет, подожди, я взлетаю? Пока непонятно. Хотя пушечки есть. Почему разные лазеры на своем есть? Он же дрон на меня пытается напасть. Очередной депозит открыли. На тебе! Как я промазал там? На, это раны делал! Ух! У нас, правда, так, написано, у нас осталось 50 минут энергии корабля. Наша можем летать. Он не пристыкован. У него 15% энергии использования энергии. Когда мы газ жмем, энергию больше тратится. Дистанция. Дистанция до орбиты, смотри, 700 метров. Да, мы можем здесь вверх. Я сам покажу.
Если нас не собьют нахер к чертям. Так, а что он такой на шестерочку, интересно? Тоже ракеты. Различные лазеры. Прикольно. Ну, круто, согласитесь, да? Ух ты. Так, ну, поэтому мы, в принципе, видели. Давайте попробуем все-таки вылететь на орбиту. Насколько это возможно сделать. Гравитация планеты 11,2m делить на s в квадрате. Что это такое, без понятия. Но я вижу, что мы взлетаем в космос. И посмотрим, есть ли загрузка. Но я, сколько я познаю, не должно быть никаких загрузок. Интересно, смотрите, градус 28 градусов на поверхности. То есть у нас уже солнцестояние есть. Чего только нет. Мне проще, по-моему, так улететь на орбиту. Газом вверх. Газом вверх. 100 метров, 100 метров. Сейчас мы выйдем на орбиту. Сейчас что-то произойдет, смотрите. Все. Все, ребят, мы на орбите, я вас всех поздравляю. Давайте посмотрим. Все, мы на орбите, это планета, которая горит, смотрите, наш... Ой, мы, подожди, падаем, Да вверх лететь, вверх. Чёрт, я упал на орбиту, все. В смысле, я уже ниже, А где я, да? В облаках. А что, если нырнуть? А можно нырнуть на корабле внутрь лавы какой-нибудь посмотреть? Смотрите, как увеличится сразу же градусы. Классно. Вот давайте попробуем нырнуть ради интереса, что произойдет. Ну видите, то есть я показал то, что вы можете полностью летать по планете, абсолютно как хотите. И только в первом, ну только выходит ранний доступ, уже будет 4-3 планеты доступны. О, я же могу, наверное, под водой могу смотреть. Нет, не могу, я вздыхаю. Написано было, вы сгорели. Меня кидает в это же место, я опять сгорю. Шикарно. Ладно, ребят, давай. И... Континуум. Или какой-то баг произошел, подождите. По-моему, игра... Ну, ладно, ладно, бета-версия еще очень жесткая. Я, судя по всему... Сейчас отъяснит. Судя по всему, не отъяснит. Давайте сейчас я перезапущу. Лучший вариант. Так, ребят, ну и осталось нам посмотреть, как я... Ну, я уже, в принципе, все показал по сейвам, которые были у разработчиков. То есть игра крутая. И вот еще есть интересная вещь. Если нравится креативный режим, то есть режим выживания, есть режим креатива. Я, по-моему, выбирал, если не ошибаюсь, эту планету последнюю. И там такой интересный корабль был, мне понравился, похож на Falcon из Звездных войн. Ну, знаете, что такое Виллиан Falcon, тысячелетний сокол такой, на котором Хан Соло летал. Тут примерно, по-моему, такой же корабль стоит где-то рядом, я видел. А вот он, смотрите, Миллениум, смотрите, куда... Разработчики тролли, они реально построили Миллениум Falcon пачечки один в один. Сейчас заберемся в него. Видите, какая-то база, ну ладно, сходим сначала на базу. Это креативный режим, я так понимаю, можно брать сколько угодно в этом режиме. А там, по-моему, было написано или не было написано. Вот, то есть можно создавать свои, строить свои базы, задавать спокойно в каких-то там, я не знаю, корабли. То есть к вам не будет мешать в этом плане. Смотрите, вот база полностью рабочая наша. Так, а это что, какие-то капсулы? Это станция, в которой воздух перерабатывается, судя по всему, написано было. Так, и чё? И ничего. Вот я так понимаю, мы выходим, если не ошибаюсь. А, не, смотрите, стол, кухня есть, офигеть. Даже вода, даже раковина есть. Холодильник, да? Да, ну это контейнер, то есть как инвентарь работает, ну как холодильник, это пищу делает. Это фуд-процессор, то есть аппарат для изготовления еды. Ну, очень круто, да, вот выбираете, что вам нужно сделать, вам пишут, что какие ингредиенты вам не хватает, и... Ставите в очередь, он делает, потом делает в свой инвентарь, потом забираете себе в инвентарь. И круто, то есть видите, одной еды только сколько в игре. На раннем выходе. Это очень круто. Это очень круто. Сейчас вернемся к нашим тысячелетним соколам, я вам сейчас покажу. Я так понимаю, это дроны и пушки, это мои, они охраняют меня, да? Да, видите, пушки стоят, это все. Охрана. Так.
А в каждом корабле, естественно, есть, видите, во-первых, различные кабины. Во-вторых, в каждом корабле есть собственные контейнеры, там подобное. Сейчас включаем питание. Смотрите, настоящий тысячелетний сокол. Очень круто сделано. Ух, а можно перевернуться полностью? Хьюстон, у нас проблемы, да? Наша база. Можно вверх подняться, потусить. Давайте посмотрим. Можно выйти на орбиту этой планеты, но мы пока делать это не будем. Посмотрим, что вообще тут можно найти. Пока это что-то отображается. Вот только наша база, вот она отмечена. Ну, пойдем сходим, посмотрим, Вот уже обнаружили очередной депозит, то есть очередную скважину, где можно поставить, добывать ресурсы. Херасит, как... Меня аж, видели, оттолкнуло. Что там за пушка такая? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, нормально. А, это как было странно просто сам по себе. Озера внизу, то есть полностью подгружаемость во время игры, никаких планет, минус 20-30 градусов типа этого, тепла, да, все правильно, то есть, по-моему, тепла и планета, по-моему, планета Ход называлась, да, если не ошибаюсь, где там была война, там, тоже в Звездных войнах, наверное, тоже разработчики вдохновились и сделали это, чтобы... Скорость, конечно, маленькая, ускоряться никак нельзя. Но вы знаете, мы используем максимальную энергию сейчас, 20, то есть не максимально, 20, а вот смотрите, какое-то ограничение есть. Ой, что это такое значит? Это ж не сделанные участки игры, что ли? Или, возможно, ребята, знаете, в чем проблема? Это же креатив, и здесь, возможно, сделано ограничено специально, чтобы построили в определенном месте. Наверное, ну, может быть, а может быть, реально как-то что-то недоделано, хрен его знает. Можно выйти из машины. Уху, мы падаем. Значит, вся проблема, мы не заберемся наверх. Даже если джетпак, при чем он? А, он бесконечен джетпак, смотрите. Я поднимаюсь, музыка классная в игре. Ну, неплохая. Смотрите, наш корабль. Так, тых. Джетпак, включаемся. Я бегаю по собственному кораблю, который висит в воздухе. Я вижу базу. Это моя база или чья база? Наверное, моя база, да. В общем, вот такая игра. Я специально, как в начале видео говорил, что это будет не супер-то какой-то там гайд или какой-то туториал, пока рано. Потому что, мне кажется, ну, не все могут полюбить эту игру. Поэтому будем смотреть. Если вам понравилось, тогда ставьте лайки. Пишите об этом в комментариях, если ваша активность хорошая, если вы хотите, чтобы я продолжил играть, может уже в каком-нибудь survival режиме, без всяких помощников, без сейвов, с нуля начнем, там будем крафтить, там тому подобное, знаете, конечно, чувак похож на Black Ufa, кстати, или на Lego Ufa тоже похож, вот, потому что в игре очень много наворотов, это всем там разбираться, эти кучу всяких, это, так, какие-то двигатели, да, фильтры можно делать, то есть, ну, в смысле фильтр по, что там, видите, всякие пульсарные лазеры, что такое, ну, это я так понимаю, то, что сейчас у моего корабля находится, я могу контролировать его системы, я могу, например, выключить двигатели, мы давайте попробуем это сделать. А могу сразу все вызвать и выключить? Слышите, что двигатели все меньше и меньше? Access off. Очень много двигателей на нашем корабле, я просто боюсь, что я все не выключу. Замучаюсь. Ну да, я замучаюсь. В общем, прикольно, да, то есть там в игре очень много, но еще есть еще система крафта, которую я, в принципе, не понял, какой клавиш, попробую поискать по-быстрому. Вот, H. А, ну это креатив меню, вот видите, сколько вообще в игре объектов. Давайте посмотрим. Хер, вот, ну, в принципе, так как же, как и начинались космические инженеры, в принципе, такого же уровня. Даже больше, по-моему, мне кажется, с местами. Ну, то есть, креативный режим, где вы можете полностью свою планету как хотите построить, какие-то, может быть, какой-то сад и дем создать. В принципе, в этом плане прикольно. Это все сделано. Будет прикольно. Ну что, прыгаем напоследок. Ууу, Джеронима! Я завис, смотрите. Нет! Я падаю! Притормозились. А можно сбить корабль? А мне нечем сбить корабль. Ну, еще что я хочу попробовать, это прокопаться сквозь, допустим, пещеру. Сколько это в игре круто сделано, давайте посмотрим. Реально ли прокопаться сквозь гору?
Погнали в эту сторону. Может, какую-нибудь базу построим внутри горы. Так, пока прокапывается. Сейчас тяжелее уж пошла. Давайте повыше возьмем немножко. А между прочим, в этой дрели кончаются патроны. Мамочки, где я? Давайте с тобой выруливать на поверхность. О, я видел поверхность. Вот это вот здесь есть поверхность. Там падают какие-то ресурсы, которые можно подбирать, судя по всему, было написано, нет? Вот они, да? Это что у нас такое? Это у нас сломанные какие-то камни написаны. Ну, я могу выбраться на поверхность, или это бред, это миф? Никак я такое чувствую, что бесконечная текстура в игре, нет? Как мы уже должны были выбраться, видите, вот уже выбираемся. А нет, смотрите, физика работает в игре. Давайте проверим, вот мы заходим. Бежим. Идем. И выходим. То есть реальный, реальный прокоп, смотрите. Очень круто, очень круто. Надеюсь, вам понравилась демонстрация, первый взгляд игры. Поиграть вы сможете примерно через 4, через 5, она примерно выходит. Ссылку я на игру в Steam поставлю в описании. Так что заходите, решайте. И от вас еще жду, конечно же, комментарии, будем ли продолжать. У корабля отказало топливо, между прочим, сломалось. Он падать начинает. Я вспомнил, да, там же было мало было топлива. Или он сам садится, подождите. Сейчас посмотрим. По-моему, топа сдохло у него топливо. Но. Ау! Гравитация! Что ты творишь? Так. Нет, у него еще есть топливо, он просто упал с орбиты. Странный, странный корабль наш. Все, хочу выйти. Его просто относит в угол. Он врежется, что-нибудь будет, интересно. Ломается он хотя бы. Да нет, он, походу, сильно не ломается. Он очень сильно, видимо. Ну, это режим креатива, может быть. Куда ты поехал, товарищ? Спасибо, что смотрели, друзья. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если впервые. Будем продолжать. Решение, как всегда, за вами. Пока-пока-пока.